Всем привет! Вы на канале Иришка Днепр. И как всегда, я не одна, со мной моя любимица собака Ляля, мальтийская болонка. Вот, она даже стесняется сниматься. Видите, какая у меня стеснительная девочка растет. Вот, хочу сказать спасибо большое, там, ребята, я вижу ваши комментарии. Спасибо большое, что пишите комментарии. Спасибо, что подписываетесь на мой канал, смотрите дальше, я надеюсь, что будет еще интересней. Вот, сейчас заговорила на русском, как бы, ну, чтобы меня все поняли. Вот, так что спасибо за комментарии, за лайки. За дизлайки, правда, еще никто не ставил дизлайки, по-моему, но все равно спасибо. Вот. Так что начинаем видеосъемку. У нас на улице сильный ветер и мороз минус 8. Ну, снега немає, я не знаю, хоч перед Новим годом він хоч випаде чи ні. Бачите, он відки як шевеляться, це я через вікно знімаю. Ужас, хоч би перед Новим годом випав уже. Так хочеться, знаєте, щоб біле покривало на вулиці було. Правда, потім почнеться гололед, ох, не хочеться гололеда. Боже, ребята, яка я довольна цією лампою, що вчора мені оце прийшла по почті, посилочка. Вообще, я и этот на окне отблеск остается довольно страшное. Хотела вам сказать, что в Одессе уже выпал снег. Так что, может, уже на днях будет и в Днепре. Надеемся. Вы только гляньте, какую вкуснятину моя мама приготовила. Вкусная, только, мне кажется, чуть-чуть переперчила. Не, нормально. Мы уже половину съели, как, между прочим. Вкусно, очень вкусно. Называется фаршированная отбивна с сыром. Очень вкусно. Луся, вы вообще не соображаете, что происходит. У нас вот этот обман зрения. Иллюзия обмана. А, иллюзия обмана. У нас тут собачки граються. Кошмар. Мама, ну зачем так мучить животных? Ты мне можешь объяснить? Что я мучаю? Чтобы зарядку не робили. На ночь глядя. Они же сегодня в спортзале не были, поэтому... Ну да. Сегодня зарядка в домашнем На месте. Это кошмар. Лулу, я не поняла, что такое? Бегать надо? Ты пончик мой. Ну и кино. Разведенься. Тоже записи мячика. Маля. Приехали до нас гости. Ана, дивися. Ося, дивись. Маля, смотри. Ногу подняла заднюю. Мама, зачем ты мучаешь животных? Да. Надо батарейку. Батарейки сели, воно вже не дуже это хоче. Кошмар. Ляля, не ведись. Ляля. А Лулу умна, вона там запряталась. Одна Моля только умна девочка, не ведется на Да, воно, не доведи. Моля, ты меня разочаровала. Моля, это кошечка маленькая, да? Батарейка сила уже и это не дуже виглядает. Да, если кто-то там будет задавать вопросы, кстати, мама сказала, там у нас бетоны стоят, то бетоны с медом, потому что у меня мама пасечник. Вот, поэтому там стоит у нас мед. Ну, нема его просто куда девать, мы там пока поставили. Ой, господи, чуть не впала. Мамосик. Не то, что, а чтобы не захолонял дуже, чтобы если люди приходят по мед, то хоть не долбать его. Ну, что вы тут? Маля, а все, смотри, вот. Смотри, так, ладно. Хватит над животными издеваться, я не могу этого. На это смотреть. Ляля, все. Ляля, все. Кошмар, бачите, что творится. Это ужас. Мам, сколько тебе лет? Надо батарейку купить сюда. Ужас. Вот так надо и это, она набегается спать, Ляша. У меня здесь два маленьких беленьких комочка. Это два счастья. Третье счастье вон там. Комочек убежал. Третий комочек не захотел сниматься. Да?
Це такі мене класнючі, такі собачки. О, ну от моєго ліця ж потім не видно. Третій комочок, іди до мене. Отакі, отакі три щастя, бачите яких? У мене сьогодні таке коротеньке-коротеньке відео вийде. От, про моїх балоничок. Ну, це балонки, мене така одна балонка, Ляля, а це приїжджали іще дві собачки, це собачки мої сестри. Якщо вам подобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому не подобалось відео, пожалуйста, переходьте на другий канал. Все, я з вами прощаюсь, всім пока-пока.